Тем временем мы убили смерть, у нас следующий задник. Тут еще. Ой-ой-ой-ой. Маленький, скажем так, дьяволенок. Окей, прислушаем дьявола. Отлично, отлично. О, их теперь два. Уже 29 минут, офигеть, офигеть. Сколько я с ними дерусь уже? Минут 10, наверное. Фух. Отлично, я открыл что-то новое. И ключ 5 отравленных бомб. Фух. По-моему, это того не стоило, если честно. Только то, что что-то новое там открыл. Итак. В этих уровнях нужно быть предельно осторожным, потому что тут снимают, как вы знаете, или кто не знает, не пол сердечка, а целое сердце. То есть за попадание намного больше тебя, скажем так, наказывают за пропуск. Опа. Так. А вот эта способность вообще классная, то, что они типа влюбляются в меня и начинают тупить. Это вообще шикарно. Так, использовать Poison Bomb. А нафига она нужна, по сути? Ну почему бы и нет, в принципе. Да, поменял бомбу на бомбу. Штуки вообще, по-моему, даже не опасные. Убьёмся! Господи, какие у меня статы. Уху-ху-ху-ху! Видите, полностью прокачаны. Жесть. Так, тем временем... Оп! Чем мы тем временем? Зачем я это говорю вообще? Эть. Мы просто идем в атаку! В атаку! Ай-я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 й
Нам самое главное сейчас дойти до босса, уже нету смысла ничего собирать, потому что тяжело. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это обидно, вот это обидно. Господи, что я делаю? Сколько я ударов зря пропустил. Два атаки осталось. Это печаль, так. Самое главное, не задеть. Отлично, чувак. Надеюсь, ты дашь мне сердце, пожалуйста. Сердечко. Сердечко. Дай мне сердечко. Нафиг мне твой ключ? Сердечко дай. Нафига мне компас? Так. О, с компасом я, наверное, сумею найти что-то. Ага, босс, значит, он там. Ну что ж, удачи. Сейчас играть просто стало очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень тяжело. Когда осталось два попадания, что это? О, Bolt of Steel! Слава богам. Так, это у нас The Book of... Это же Damage Up, а это... О, нет, это на нафиг эту фигню. Анархи, лучше уж увеличить урон. О, нет, как ты... Меня не вовремя тут подкараулил-то. Ай-яй-яй, все довольно-таки плохо, ребятки. Так не хочется проигрывать таким персом. Только когда победил миллионы боссов. Так, надежда на то, что жизнь где-нибудь... Почему я использовал книгу, и я не знаю, я просто испугался, что они меня сейчас ушатают просто адски. Так, эти штуки вроде как особо не страшны вообще. Ой, мне пока везет просто, смотрите. Еще бы одну, и было бы вообще идеально. Попомнить бы все сразу. Ай, ай, о, 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 отлично. Я думал, все уже зажмут. Снимут мне. Одну. Так, так, так. Ай, как спасибо, ну. Вот это ключик. Ну что, битва с боссом. Будем надеяться, кто-нибудь лезет. Смерть. Ну, я тебя уже побеждал, в принципе, так что... О! Прям на мне! Как так-то? Ну, что ты делаешь? Господи.
Да, походу смерть будет очень ужасно для меня, боссом тут. Хорош. Попала. Молодец. Это было так обидно, так хорошо шел. Блин. Что-то новое вроде бы открыл. Или нет. Ну, короче, с вами был Дейлер 2. Надеюсь, вам понравилась эта жесть. И всем пока.